Первый Минакомопробу и Туриформу станут первоклашки. Благодаря смещению даты начала летних каникул они смогут учиться с понедельника по пятницу. В 2017 году на эту систему планируют перевести учеников 2-х, 5-х, 7-х и 9-х классов. А еще через год и все остальные школьники смогут насладиться субботним отдыхом. Как отмечают специалисты, это мудрое решение, поскольку школьная нагрузка довольно сильно сказывается на здоровье детей, и они не успевают восстановиться за один день. Планируется, что в субботу дети смогут развиваться всесторонне, к примеру, посещать языковые курсы или спортивные секции. К тому же самое главное воспитание ребенок получает в семье, и в субботу у детей должно быть больше времени на общение с родными.